Приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу вам показать, как я буду делать снеговик. Снеговичок я буду делать из смеси для лепки. Ее я сделала сама, и в конце видео будет ссылочка на это видео, рецепт смеси для лепки. Очень хороший, прочный и крепкий. Также нам понадобится фольга пищевая, затем водичка и шпателечки. Шпателечки вы можете заменить лопаткой, ложечкой, ножиком, либо просто работать ручками. Сейчас я приступлю к работе. Буду показывать поэтапно, что я как делаю. А вы наблюдайте, смотрите. И если вам понравится, вы можете повторить, да, мои действия и попробовать сделать свой снеговичок. Так, поехали. Берем фольгу и делаем два шарика из нее. Один должен получиться больше, второй меньше. Теперь я эти два шарика склеиваю горячим клеем. Можно брать клей-момент. Но у меня получилось практически два одинаковых шарика. Я беру еще, отрываю фольгу. И делаю так, чтобы одна часть снеговика, где туловище, была больше, чем верхняя часть, где у нас голова снеговика. Теперь я беру массу самодельную и начинаю кусочками приклеивать к фольге, при этом смачивая пальцы водой и вот так вот размазываю массу по фольге, чтобы она была более ровненькая. То же самое я проделываю с нижней частью, то есть туловищем нашего снеговика. То есть моя сейчас задача массой полностью обклеить фольгу. Снеговик у меня будет не с корытом на башке, а с шляпкой. Поэтому я отрываю фольгу и делаю из нее шляпу, которую тоже посажу на горячий клей.
Шляпка уже приклеилась так хорошенько на совесть, немного кривоватенько, но теперь и мне ее нужно обклеить массой. Тут я помогаю себе шпателечком, вы можете взять любое другое приспособление, и заполняю все щели массой для лепки. Шляпку я уже тоже обклеила массой, теперь я сделала небольшие 3 кружочка, из них я сделаю пуговицы снеговичку на туловище. Так вот смочила места, где буду клеить пуговички водичкой, и приклеиваю 3 кружочка. Я их приплюсываю, помогаю себе опять-таки шпателечком. Теперь я зубочисткой делаю дырочки в пуговицах. Там, где у снеговичка будут глазки, я делаю выемки, то есть углубления. И делаю их палочкой из набора для суши. Решила, что у моего снеговичка будут щечки. Я сделала 2 небольших шарика. И теперь под глазками я эти шарики закрепляю, размазываю соединение. Помогаю себе водичкой. Я мочу пальчики и размазываю там, где шарики соединяются с головкой. То есть чтобы не было видно место закрепления. Также я отметила, где у нас будет носик, и делаю сейчас ротик. То есть зубочистка, делаю такие небольшие дырочки. Теперь из проволоки я сделаю ручки нашему снеговичку. Я взяла тоненькую проволоку, одинаково отрезала 3 небольших отрезка, скручиваю их между собой. Получилась у меня вот такая вот веточка. Отрезаю лишнее. На кончиках я оставляю вот так вот открытые 3 проволоки. Это у нас будут как бы пальчики снеговичка. Теперь я закрепляю на туловище снеговика. Для устойчивости снеговика я решила сделать ему также ножки.
я взяла небольшой кусок нашей массы и на равные части поделила его. Теперь делаю кружочки. Эти кружочки я примеряю. Смачиваю водичкой. Теперь вот так вот тоже пальчиками размазываю, чтобы ножка хорошенько к туловищу прикрепилась, прилепилась. Я помогаю себе палочкой, выравниваю там, где необходимо, все поправляю, где нужно, еще раз смазываю, прохожусь по снеговичку и поправляю все погрешности. И оставляю снеговика высыхать. Примерно сутки-двое. Снеговик уже высох, и вот такой вот он получился. Теперь его можно разукрасить. Пока он еще у меня без носика. Я сделаю носик тоже из проволоки и посажу на клей. Можно, конечно, еще сделать шарф снеговику. Я посмотрю. Может, оставлю так, может, еще приделаю ему шарфик. Вот теперь осталось его красиво разукрасить. И он у меня уже будет полностью готов. И чтобы видео не получилось очень длинное, я сделаю вторую часть. Как разукрасить снеговик. И у нас получится красивый винтажный снеговичок. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть, как разукрасить этот снеговик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся.